Мировой рекорд поставили уральские кулинары. В минувшие выходные, на радость жителям Первоуральска, они испекли 5-метровый оладушек. Тесто приготовили вчера, буквально за час его сделали. Но вышло где-то литров на 7. Туда входила вода, мука, яйца, соль, сахар. Также мы добавили туда кабачки, для, чтобы были вкуснее. Пускай слюнки зрителям пришлось долго. Только для того, чтобы равномерно распределить тесто по 5-метровому противню, потребовалось четверть часа. Подрумяниваться оладушка-гигант под всеобщие аплодисменты начала только через полчаса. Причем неравномерно. Ведь готовилась чудо-лепешка на непредсказуемых углях. И переворачивать съедобный рекорд поварам пришлось частями. Первоуральцы все это время находились на низком старте. И после того, как повар дал отмашку, показали также рекордную скорость. Несколько квадратных метров румяного теста было уничтожено всего-то за несколько минут. По словам гостей ярмарки, рекордный размер был достигнут не в ущерб качеству. Оладушка вышла что надо. Очень вкусно! Абсолютно бесплатно! Вообще, рады смотреть на вашу улыбающуюся лицу.